называете каждый из этих талисманов напрямую? Молодежный, спортивный, студенческий праздник. И, конечно же, наша традиционная универсиада или всемирные студенческие игры, да, там, как бы, в моем понимании, там, звучали как увеселиада, да, потому что, ну, это весело, это задорно, это в конце сезона, как правило, это такой старт, когда уже все сделал, чемпионат мира, чемпионат Европы, там, еще что-то, и поехал уже докатать, ну, уже вот, дожечь горючку, да, и, ну, чтобы было хорошо, чтобы было весело. Поэтому я надеюсь, что это будет классное мероприятие, когда много спортсменов из разных стран, спортсменов молодых, задорных приедут в Екатеринбург, посмотрят, какой шикарный у нас город, выступают, посоревнуются, повеселятся. Я надеюсь, будет хорошо, объемно и здорово. Часть нашей церемонии закончена. Мы будем следить за развитием событий. Но если в городе Екатеринбурге не будет проектов с горизонтами планирования 3, 5, 10 лет, у города не будет будущего. Да, сегодня ситуация непростая. Но мы на сегодня говорим о том, что в 2023 году обязательно будет 300 лет городу Екатеринбургу. События универсиады, они совпадут и будут в единой программе празднования Дня города. Мы будем ставить елки. Мы будем делать другие события для того, чтобы кризис нас с вами не убил и не остановил. Самое страшное, если мы внутри с вами остановимся. А внутри мы должны понимать, все пройдет, все будет хорошо. Екатеринбург переживал времена гораздо сложнее, чем сегодня. Это было и во время Великой Отечественной войны. Это было и в 90-е непростые годы. И мы с вами выдержим. Поэтому ни в коем случае сегодня нельзя поддаваться паникерам, которые говорят, давайте все остановим. Нельзя останавливаться. Без движения не будет будущего.